Как справиться с эмоциями, особенно когда сердце разбито? Послушайте, откройте глаза и посмотрите. На планете 7 миллиардов людей. Из этого вычтите 1 миллиард, это пожилые люди. Вычтите еще 1 миллиард, это дети. Итак, из оставшихся 5 миллиардов человек у вас есть 2,5 миллиарда на выбор. Если один от вас ушел, почему ваше сердце должно разбиться? Это ему не повезло. Двигайтесь дальше. Вам повезло. У вас есть выбор. Давайте, смотрите шире. Знаете, мелочи не должны разбивать вам сердце. Вы получили плохую оценку. Не нужно идти бросаться с седьмого этажа. Ваша потеря, оценки. Что в этом такого? Знаете, когда происходит обвал на бирже, у многих случаются сердечные приступы. Мои дорогие, ваша жизнь намного ценнее биржевого индекса. Это иллюзорные деньги. Один день они растут, другой падают. В любом случае, однажды вам придется оставить все и уйти. Но пусть этот день придет естественно. Не нужно пытаться его приблизить. Вы очень сильно об этом пожалеете. Уверяю вас. Так что, когда ваше сердце разбито, выполняйте медитацию, и ваше сердце исцелится. Это самый лучший способ исцелить свое сердце.